минувшие дни в эфире радиостанции «Голос Азии» Алена Сыдыб, председатель общества инвалидов Кызыла, рассказала о том, что 62 особенных ребенка могут остаться без сладких подарков на Новый год. Ежегодно все ребята, которые состоят в обществе, отправляются на новогодние представления, где им вручают сладкие подарки. Но в этом году один из спонсоров не смог помочь и приобрести 62 сладких подарка. И вот в течение недели нашлись помощники Деда Мороза, которые собрали детям подарки. Сегодня мы проводили в ТЮЗе новогодний утренник для наших особенных детей. И хочется сказать огромное спасибо за новогодние сладкие подарки, за сюрприз Тувинскому поисково-спасательному отряду, магазину «Мир аккумуляторов». Настолько неожиданно, настолько здорово, настолько прям, в общем, принесли, оперативно принесли праздник в каждый дом, каждому ребенку нашему. Услышав историю детей, которые могут остаться без новогодних подарков, магазин «Мир аккумуляторов» на улице Интернациональная, 106, и сотрудники Тувинского поисково-спасательного отряда не остались равнодушны. Связались с председателем общества и в назначенный час и время привезли подарки. Поддержать детей-инвалидов подарками мы решили после того, когда узнали информацию из группы ВКонтакте и на радиостанции «Голос Азии». Мы с коллегами-спасателями собрали денежные средства, съездили, закупили подарки. И сегодня прибыли на елку к ребятишкам и вручили их. Перед тем, как к детям пришел Дед Мороз, ребята участвовали в развлекательной программе. Они водили хороводы, пели песни, рассказывали стихотворения. В конце праздничного представления каждый ребенок получил подарок и сфотографировался с Дедом Морозом и Снегурочкой.